Условия для бизнеса в Мурманской области становятся одними из лучших в стране. Об этом заявил губернатор на встрече с предпринимателями региона. Врачи-диетологи убеждены, что регулярное употребление северных ягод по целебному эффекту нисколько не уступает модным биологически активным добавкам. А варенье и соусы из даров природы еще и заряжают энергией и поднимают настроение. В наших широтах сбор ягод для многих хобби, но для кого-то это целый бизнес-проект. Например, компания «Кольский край», известная даже за пределами региона, занимается этим уже более 6 лет. Мы стараемся нашу продукцию реализовывать везде, в том числе и рестораны, в том числе и кафе, в том числе и какие-то туристические точки, да, очень хорошо берут. То есть те туристы, которые приезжают нам в Мурманскую область, все ищут нас, все хотят приобрести наше варенье за счет того, что, ну, как бы это, ну, можно так сказать, что, может быть, станет брендом Кольского полуострова. Компания «Кольский край» – один из ведущих производителей на российском рынке, который специализируется на заготовке, очистке и глубокой переработке лесных ягод. В планах у руководства предприятия сотрудничество с крупными ритейлерами страны и реализация нового проекта. Конечно, без поддержки региона в этом деле не обойтись. Мы выиграли губернаторский грант, то есть субсидирование на определенную сумму, которая поможет нам, точнее уже помогла нам построить, возвести здание музея варенья, который мы придумали как проект. Поддержка бизнеса – важная составляющая развития предпринимательства в нашем регионе. Преференции, которые получают производители в Мурманской области, одни из самых весомых в России. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис на встрече с бизнес-сообществом. Те предприниматели, кто является резидентом арктической зоны, инвестируя от 1 000 000 рублей в инвестпроект, малый бизнес платит 3,3% взносы, а крупный проект 7,5%. Помимо этого, были снижены размеры налога для работающих по упрощенной и патентной системам налогообложения. Все это антикризисные меры и льготы для арктических резидентов. Новые условия оказались привлекательны для бизнесменов из других регионов. О желании открыть свое дело в Мурманской области заявляют предприниматели из Карелии и Ленинградской области.